Да, это был уже мой третий трездец. Побольше третий метрездец. Первые два я провел в Южной Корее. Первые два гискарах в Корее. Поэтому, да, чувствуется, конечно, разница. Из-за вас услышите разлика-то. Да, ну, с другой стороны, первые два трездеца я спал... Первые два трездеца. Я спал в одной комнате, там было человек 20, наверное. 20 души. 15. Или 15. И все мы спали на полу. Всички спахме на пода. И пользовались одной душевой. И пользовахме саму одна баня. А на этом трездесе я был один. На този трездес бях сам. Да. Поэтому вообще как VIP просто. За этого вопроса бях като VIP. Да. Ну еще, получается, чем отличился, я... И как себя отличих? Решил сделать пост во время трездес. Решил по времени трездес. Ну, первоначально я хотел 3 дня. Первоначально исках 3 дни до поста. Ну, учитывая, что там трехразовое питание... Убачи, ты, като имаше... Я подумал, что... Хранение 3 пати на день. Ладно, 2 дня хватит. Си помыслих, че 2 дни ще ми стигнат. И у меня там, получается, было, ну, 2 основные причины для поста. И имаше 2 основные причины за пост. Поэтому вот 2 дня, в принципе, 2 причины. Из-за 2 дни, 2 причины. Первый, получается, это вот, чтобы у меня прыщи с лица прошли. Первый, то да ми минат попките. А второе, ну, за жену, короче. А второе, то да имам жена. И, видимо, Господь видел мои страдания. И Господь видел страдания это ми. Потому что это первый трездец, где я видел целую свинью. Ты как-то больше первый трездец, когда ты видел целую свинья. Получается, мы ну, там, с экипом поднимались там на обед, и заодно с экипом си вдигахме за закуска. И ужин, я говорил, ну давайте я с вами пойду, хотя бы посмотрю, что там дают. Я с ним казах, поне еще дойду с вас да погледна, кво и я вижу, там здоровенная свинья лежит. И видях, че има целую просе. Я говорю, блин, целая свинья, и я не смогу ее поесть. Просе, и не могу такой изъям. Да уж, обидно было. Да, да, ну, да. Но как, зато уже виден результат, как бачи, видите, вообще нету. Результата, вечер нямам толкова пупки. Да, ну, в сравнении с тем, что было раньше, это вообще... В сравнении с того, какой ты бежишь приди. И 28-го прилетает потенциальная жена. И на 28-й еще дойди. Потенциально-то жена. Да. Я уже на ней 1 раз женился просто. Вече видно, что жених за ней. Да. Ну один вот, лагерь. В принципе, вот все, да. Да, слава богу. Когда Пашка всегда весело. Кто еще? Оксан? Ну, Оксана единственная, она сказала мне служить. Оксана каза сам. Когда я служила, я получила еще больше благословения, чем когда была кандидатом. Благословение от ну, вот еще такое. Мы еще меньше спим. Хочешь, помалку спишь? Но тем не менее. И вопреки того, получаешь больше. Меня можно не переводить, потому что это будет не на камеру, не для телевидения.